Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Soul TV, Тучка, Венера, Playmark, King on Fire, фуфло какое-то, гусенек, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! 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 Ребята, вас ждет сегодня очень классный ролик, потому что в нем будет мега эпические разрушения. А Бунга может ломать все. Сейчас вы в этом убедитесь. Будем выживать на разных больших постройках, а Бунга покажет, кто в доме хозяин. Если тебе кушать, приятного аппетита! А мы начинаем выживать. Так, я смотрю, пацаны позалазили в самый верх. Но это вас не спасет. Так, я сейчас приду сюда. И хочу сказать, что для начала мы поставили одного бунга, а потом будет все больше и больше. Поехали. Давайте посмотрим, как он это делает. Вы сейчас офигеете, как он ломается, смотрите. Он может разломать любую постройку. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в мой инстаграм. В дискорд, пообщаемся, поорем. В инстаграме можете увидеть, как я живу в реальной жизни. Все, слился, улетел. Я улетел. Саня. Так, давайте здесь будем сидеть. Ребята, это классно, конечно, будет. Так вам веду его. Так вам веду. Давай, веди. Ты можешь летать над нами, чтобы он прыгал. Ух ты! Упал. Давай на Диму, давай на Диму. Не надо, не надо. Фу, фу таким быть. Ловите. А где он? Я его не... О, крыша падает. Вы видели? Очуметь. На Диму надо. Да, давайте на меня все. Так я что, один остался в живых? Нет. Нет. Ух ты! Ничего себе, доска улетела вниз! Это же... Ого! Эй, ты как там на холодильниках вонючих... Труба, пацаны, там трубу после записи пойдем на металл сдавать. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите мои ролики и улыбаетесь, как вы все. Так. Дем, давайте сюда его введите. Следующая будет постройка, уже будет много бунка. Поставлю их два. Потом 3-4, будет все больше и больше. А в конце ролика будет просто что-то неимоверное. Сюда так, надо постоянно ходить. Давай, Дима, смотри. Дима, смотри, куда я перебрался с холодильника. У вас просто это. Красавчик, красавчик. А Бунга тупой. Он тупой, да? Вот, вот, давай, гусенька! Так, мы остались с Плеймарком вдвоем. Это хорошо. Интересно, кто же из нас проиграет? Кафайр еще жив. Давайте, давайте, все сюда летите, чтобы он у нас агрился. Ух ты! Вы вообще ожидали, что Бунга может разрушать все? Я не знал этого. Тоже не знал. Ой-ой-ой. А вон еще кто-то есть живой. Кто-то сидит там на кабаке. Кинган Флайер. А, Кинган Флайер. Он читер. А, вы сделаете так, чтобы он его убил. Ух ты, еще кусок здания улетел в небытие. Так, я спущусь сюда. Давай, нет, боюсь. Очень сильно лучше тут. Дима делает ремонт этой всей хаты, по-любому. А кто ж будет ремонтировать? Гусанек, конечно, это он виноват. Ну ты за свои деньги. Я еще дома поставлю, чтобы было веселее. А он низко как-то прыгает. Так, надо постоянно двигаться. Блин, если он ударит пополам, лучше на кровати быть. Кровать зафрижена, скорее всего. То мы останемся живы. Да может, предметы ломать и зафриженные тоже, Дим. Где они? Я знаю, но кровать хотя бы останется. Они под тобой. Да, под нами. Где я, Бунга? Ну где я? Давайте все, пацаны, кто проиграл, летите сюда. Он прическа, Бунга, ты сможешь. Ух ты, а что мне я сказал, там шифоньер улетел, а стол конч. Эй, будь внимательны, пацаны. Дима, на кровати сидите. Да я могу, тут жопа какая-то мне мешает, он ТВ улети, зачем жопа? Чисто шпонка, короче. Нет, лучше на кровати. Что-то кровать такая стрёмная. Это шпонка, нормально. Ой. Крыша осталась, понимаете? И все, больше ничего от здания не осталось. Только стенки, там потолок и это. Ну? И кроватка. Ну, давайте, давайте еще поставим. Много бунт, что было веселее. Почти. У меня впереди просто эпические постройки. Я хочу, чтобы все в этот ролик попало. Он не разрушает. Все, значит, вдвоем выиграли? Нет. Он сейчас разрушит. Сейчас разрушит. Какой-то... Блин, ну я вроде как последний упал. Ладно, ладно, победила дружба. Все, пацаны, залетайте. Это хата гусанька. Что-то красиво дома здесь. Там у меня велосипед есть в гараже. Я знаю, в каждый ролик твой велик попадает. Понимаете, пацаны, хвастается постоянно велосипедом. Молодец. Так, ну что, я ставлю обонгу и залетаю быстро в дом. Ой, я буду на крыше лучше выживать. О, с тобой я тоже сам, буду здесь. Давайте, мы не смотрели, как разрушается дом. Полетело. Ой. Где? Ух ты! Там уже все разлетелось внизу, я прям слышу, как все. Ой-ой-ой-ой-ой, сразу трое людей улетело.
По всей карте разбрасываются просто предметы. Он псих. Это крушитель какой-то. Уберите его от меня, я его боюсь. Он все оплачивать будет. Я не знаю, ох ты, ёкала манакакала. Да вот именно. Вот это жесть. Че, кто остался в живых? Венера. Свинера, ты молодец. Свинерог. Ё-моё. Свинероги. Отвали от меня. Ладно, ладно, Венера победил. Так, ну давайте теперь что-то поэпичнее. Это все хорошо, но надо что-то такое прям глобальное. Но я боюсь, что если я поставлю что-то глобальное, может подлагивать. О, хорошо, сейчас поставлю дом ЛТВ. Давай, а ну. Да. Это какой-то сарай будет? А нет, да, я пошутил, это реально сарай. Это реально сарай. Во, есть! Да ты офигел! Ладно, ладно, ладно. Ребята, дом ЛТВ. А ну. Прикольный у тебя дом. О, тут будка какая-то просто есть и все. Так, я буду опять на крыше выживать. Дима, это будка для опытов. Так, ставим теперь несколько NPC. Три штуки, поехали. Третий раунд, три NPC. Ё-моё. Ого, там все разлетается просто. Я буду тут выживать. Там больше людей, и шанс того, что загорятся на них, больше, чем на меня. А, чё-то вы психи, вы хорош ломать карту новую. Психопаты. Ух ты, Венера улетел. Ой, ой, тут предмет забагался. А кто будет чинить все? Не знаю, никто не будет чинить. Это ремонту не подлежит, пацаны. А я где жить буду? Да вот там вот. Твое место на параше. Ой, будешь где-то жить. В мусорном баке. Так, где он? Я его не вижу. Вон они. О, привет, это Булгокс. А я здесь вот на такой платформочке выживаю. О! Вы специально тут стоите, чтобы они меня убили. Эй! Эй! Тихо! Блин, уже низа здания вообще нету! Осталась только крыша. Так, спокойно, психи, спокойно! Успокойтесь! Ух ты, блин! Ух ты, ё-моё! А чё, думают, стекло может бронированное? Хотя для бунги брони нет. Всё, всё, Дим, последняя, это твоя броня была последняя. Да, больше нету? Ух ты! Еще кусок откололся! Ладно, давайте буду на месте стоять, посмотрим, прыгнут на меня. Привет! Привет! А че они там прыгают? Там же никого нет. Они за этими прыгают. А не, я здесь есть, все, туда. Ё-моё! Ну-ка? Ну нет, нет, нет! А что, еще кто-то живой есть? Я с Аней в куфле. О, давайте посмотрим, как они сольются. Давайте все над ними стоять. А у нас тут вообще маленькая платформочка осталась. Ну все, ребята, вы слолетесь, понимаете? Сейчас он ее ударит, и вы все вниз улетите. Ну, а бунгоксы. Прыгайте. А че они не могут прыгать сюда? Куда? Они когда так прыгают странно. Ну да, может им предметы мешают? Они с разгоном прыгают. А, понял. Да, с разгоном. Они не умеют прыгать прямо. Ну не надо, пожалуйста, давайте на них. А все, ты один остался, фуфло? Все, туда его. Они еще гусанек. Офигеть. И я. Они футбол. Там кто-то еще NPC заставил. Нельзя. Да. Ну, ой, все, туда. Вот это ты меня телепортировался, гусанёк. А чё, Бонга с собой туалет носит, что он тебя параши убил? Смотрите, что произошло с этой постройкой. Они просто ее уничтожили в хламину просто. Хорошо, давайте дальше продолжать. О, давайте для эксперимента поставлю деревянную постройку и посмотрим, что он с ней сделает. Залетайте. Они сгрызут ее за момент. Это просто жесть будет, но я их поставлю много. Готовы? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, а Булга всех убьет и все здания разнесет. Я живой. Крыша улетела. Ой-ой-ой-ой-ой. Он просто съел ее. Ой, как жить-то, я умер сразу. Я живой, я в King of Fire. Доски в воздухе летят. Да просто. Ой, блин, а где Дима, ты умер? Да, они меня уничтожили через полы вонючие. О, King of Fire с ультухи крутит. Всё, Плеймарк выиграл. Плеймарк, ну давайте, чтоб он их убил. Плеймарк, твое последнее желание. Не знаю, что-нибудь. Ну все, прощай. Ля-ля-ля, давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Засекаем время, как он его убьет. Три, два, один. Ноль. Эй, Бунга, вы косые жопы, что ли? Вот он здесь. На тебе. Вот это трэш какой-то. Так, поехали дальше. Это мало нам. Вот дом и тучки. Ого.
Нормально, пацаны, пойдет? Такой щит. Мне кажется, его уже разрушать не надо, оно уже разрушенное. Что за лианы вообще тут растут? Мне кажется, Абунга может бетон ломать или нет? Давайте проверим. Может. Нет. Может. Ого! Что за землетрясение? Еще ставлю. Я сам уже летел. Ой, пацаны, там что-то штук 10 идет к нам. Ты че, Дима? Они просто за секунды его съели. Такое ощущение, что для Абунги ничего нет такого, что они не смогут поломать. Сейчас поставлю хату Кингонфайр. Кингонфайр, у тебя будет элитная хата, смотрите. А? У тебя замок целый. Это замок. Ну фу, блин. Воу, как он крутой, да? Это прям, знаете, крепость оборонительная. Посмотрим, сможет он разломать? Мне вообще поставил руины какие-то. Ну я же пошутить хотел. Я тебе потом покажу после записи твой дом. Хорошо. Так, поставил всего-навсего 6 штук. Готовы умирать? Да, умирай, Дима. Да, Дима, первый. Ой, ой, вот тут они его съедают. Это просто обжоры какие-то. Эй, успокойтесь. У вас тоже дрожит карта вся? Да, да, да. Ой, лагает, лагает. Нет, не лагает, нет, лагает. Ух ты! Ай, больно, я первый умер! То что не за справедливость? Да нормально. Я в небо улетел. Я в небе. Смотрите, как они ее разрушают. ФПС, конечно, минус. Доска по башке! Да что такое? Фуфлик. Что за коробки? Ой-ой-ой! Саня последний! Почему я не выживаю? Блин, это эпический ролик. Так, все нормально, пацаны? Все живые? Нет, не все. Ух ты, Гусарик, ты последний был? Сейчас будем ставить дом Фуфлика. Ребята, это будет эпическая постройка. Смотрите. А, понятно. Это какой-то футуристический дом у тебя. А реально круто, да, смотрится, пацаны? Какой-то вымышленный дом. Понятно. Офигенно. Еще пленкой замазан будет. Просто денег не было, он полиэтилен, он стены натянул. Блин, это реально смех и грех. Мусорными пакетами. Вы знали, что ты богатый человек, но не настолько мощно. Богат мусорными пакетами. Давайте 4 поставлю, чтобы не сильно разрушало. Я боюсь. Потому что это мой дом. Ух, ну он уже здесь. На доски по голове, ну больно. Полиэтилен улетел. Он уже наверху. Тихо-тихо-тихо, надо двигаться постоянно. Давайте сюда сходим. Эй, во. Дима, ты зачем у меня идея? Ой, нет. Украл? Это моя идея, моя голова. Ладно, прыгаем сюда. Отлично. А сюда можно запрыгнуть? Блин, нельзя никак запрыгнуть туда. Только флаем можно. А, флаем? Да. Хорошо. Ага. Ой, лагает, лагает. Эй, в Абунге, вы грузитесь. В воду даже все летит. Смотрите, смотрите. Нифига там куски разлетаются. Вот это трэш. Вы понимали, мне кусок пленки прилетел в лицо. Все, это тебе этот. Можете мусорные пакеты с тех назад сделать. Лагает! Что лагает? Реально лагает. Давайте подождем, можно сейчас прогрузиться. Да, это предметы просто прогружаются. По всей карте разбросали. Вообще. Так, пацаны, давайте летите сюда, они на вас агрятся. Я хочу, чтобы они нас убивали. Сейчас такой Дима умирает по своему желанию. Вот, смотрите, гоняется за всеми. Но не за нами. Это... Ох ты, ё-мо, я посмотрел вниз. Хотя, посмотри, как там дела. А дела я вижу не очень. Да. Так, кто остался в живых? Давайте посмотрим. Я на своем доме остался жив. Генера и Тучка. Гусанек еще живой? Не, я забрал. А, я понял. Какая там куски? Осталось чуть-чуть. Ой. Ух ты! Давайте будем над ними тут стоять, чтобы на них агрилась вся толпа. Бум! По голове доской! Нормально пойдет? Фонтаны забыли. Че, Венера выиграл? Да. Да! Красавела, брателла! Чуть-чуть не хватило. Так, давайте все-таки, чтобы его убило. Я хочу это посмотреть. Не надо. Надо, надо. Не надо. На тебе щенок! Сейчас будет мега большая постройка. Ну мега много NPC Абунг. Давай. Залетайте. И очень много. Мы не докажем. Так, как вы думаете, сколько мне поставить Абунг? 50. 50. Нет. Давайте около 20. Двух. Ну сейчас что ты наделал?
Да я случайно! Что ты наделал? Дима! Дима, нет! Просто грызут все подряд! Бобры термоядерные. Психи! Пацаны, я вас люблю и уважаю. Прощайте, вы были хорошими пацанами. Ага. А, я же говорю... Нет, меня откинуло случайно, я выжил. Ну все, пацаны, тогда точно прощайте. Я думаю, нам осталось 5 секунд жить. 5, 4, 3, 2, 1. Это был тайминг идеальнейший просто. Ребята, хочу установить рекорд, за сколько секунд Абунги уничтожат это прекрасное, красивое здание. Это прям какой-то офис, тут даже куча пропов и все построено. Так, я сейчас поставлю мега много NPC. Сотку? А, ну не сотку, но штук 30. Хорошо. Ты что, с ума сошел, Дим? Около 35 штук. Это будет самое быстрое разрушение, которое вы увидели. И самые сильные лаги в Гаррислоде. Там же пропов много. Что? Я ничего не понял, у меня просто слайд-шоу. Я полетел. Что творится? Это как будто кто-то быстро фотографии перелистывает просто. Блин. Он же сейчас просчитается, стойте. Сейчас, подождите, пацаны, я верю в Гаррисмод, он сможет. А как он может просчитать, если еще надо 1000 успеть пропов все просчитать? Все, здания нету. Венера, я последний был живой. Да. Это жесть. Просто слайд-шоу. Мы любим делать, ребята, в Гаррисмоде всякую дичь. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения. Ой, стой. Всем пока! Прикольно затроллил вас?